Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну и, конечно, дорогие дамы, сейчас сезон праздничный. А если это праздник, это всегда платье. Платье удобное, платье невероятной красоты, платье с цветами. Это для нас всегда, знаете, некий полет. Это мечты, это настроение. Такое платье я выбрала для себя еще полгода назад. И, знаете, я вам могу точно сказать, я просто-таки похорошела. Для меня это любимое платье, потому что оно нигде мне не давит, потому что скрадывает мои широкие бедра. Я могу сказать, как только я купила это платье, я просто-таки похорошела. И для меня сегодня уникальный день, я думаю, для вас. Посмотрите, я его, кстати, по другой цене покупала. Сегодня цена 999 рублей лир. Я еще себе сегодня варианты точно возьму, еще и мамочки своей. 999. Ну, действительно, это что-то невероятное. А потом, кстати, Лен, я тебе должна сказать, почему только праздники? Вот как часто мы выбираем с вами платье по поводу? А потом оказывается, что праздничных платьев у нас есть какое-то количество, а вот на каждый день платьев нет. Сегодня тот случай, когда можно выбрать платье, которое вам пригодится в буквальном смысле. В смысле и в пир, и в мир. Давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. Обратите внимание, что они отличаются. Есть тот вариант, который выбрала Лена для себя, где у нас цветочный принт идет в центре. И он представлен в двух вариантах, в розовом и в бежевом. А есть еще у нас с вами два варианта с теми же розовыми и бежевыми цветами, но здесь у нас основная плашка темно-синяя. То есть вот этот вариант будет называться синий с розовыми цветами, второй будет называться синий с бежевыми цветами, а вот Ленин выбор и второй розовый будет называться просто розовые цветы или бежевые цветы. Да, действительно, цветы у нас здесь везде. Знаешь, такое 8 марта продолжается, так что если вы готовитесь к отпускам, если вы готовитесь к весенне-летнему сезону, то сейчас обязательно нужно выбирать это платье, поскольку вот действительно каждое утро мы задумываемся, что носить на работу. Да, конечно, самое удобное платье сегодня, платье Шантель за 999 рублей. Ты знаешь, мне кажется, это вот две пары колготок максимум в магазине хороших. Есть возможность выбрать платье, действительно шикарное. Смотрите на наших девочек, роскошные совершенно наши цветочные красавицы. Давайте по размерам вас сориентирую, могу выбрать. У нас с вами платье от бренда Олмис, это значит российский ГОСТ, это значит, что берем размер в размер, но смотри, Лен, у нас платье силуэта трапеция, и для всех типов фигуры, кроме типа фигуры груша, я рекомендую выбирать это платье по объему груди. Но если у вас очень пышные бедра, ну, например, разница между объемом по груди и объемом по бедрам 2 размера, да, или больше, тогда берите на один побольше. Отличный вариант. Ну, а как ты посоветуешь вот дамам с формами? Лучше, чтобы они выбирали вот с цветами именно в центре, или вот как раз таки, знаешь, вот с темными участками, чтобы они скрывали именно наши, так сказать, небольшие недостатки. А я тебе сейчас расскажу. Сейчас я попрошу на подиум выйти нашу Вику, которая выбрала для себя как раз с черным контрастом, да, с основным, вернее, темно-синим наше платье. А мы с вами посмотрим, как его выбирать и какое из них странит больше. На самом-то деле, Лен, дело здесь не совсем в принте, дело здесь в правильном крое. То есть у тебя тоже есть эти вставки, тоже есть эти рельефы, но они находятся по бокам, поэтому акцент уходит тебе в цветочную зону, и за счет этого получается вот такое решение. Давайте полюбуемся сейчас на Лену, я хочу отправиться на подиум, чтобы мы с вами сравнили девочек наших и на них тоже посмотрели. Посмотрели, как это платье по-разному сидит и как по-разному оно наших девочек странит. Итак, вот вам два варианта. Вот вам вариант с лаконичным темно-синим в центре, вот вам вариант с цветочным в центре. Но посмотрите, какая хитрость. И тот, и другой странит совершенно шикарно. Дело-то здесь не только в принте, дело здесь именно в крое. Просто в этом варианте мы больше контрастно его видим, а в тот варианте меньше. Я вам рекомендую сегодня, милые барышни, сделать так –
Возьмите одно платье, вот таким образом выполнено, с темно-синей плашкой в центре, а второе возьмите с ярким цветочным вариантом. Этот образ будет чуть более сдержанным, чуть более строгим. Ну а цветочное — это, конечно же, настроение, это, конечно же, лето, это, конечно же, совершенно другой стиль, более легкий, более праздничный, больше подходящий, например, для прогулок в том числе. Здесь думать нельзя, здесь нужно как можно быстрее дозваниваться, забронировать прямо сейчас свой размер. Размер и свой цвет. Самый популярный вариант сейчас, который на мне, розовые цветы, 999 рублей. Сегодня скидка составляет 800 рублей. Самое удобное и, кстати, оно, естественно, еще и тянется. Так что, девочки, если мы с вами поправились или похудели, как часто бывает, мы, знаете, не складываем это платье на дальнюю полочку куда-то, а мы его носим абсолютно спокойно. Ну, конечно, тем более, что трикотажи — это лучшие полотна именно для летних платьев. Посмотрите, это вискозный трикотаж, он комфортный, он эластичный, он очень мягкий, он быстро восстанавливает форму, он не мнется, что важно. Вот посмотрите, да, вы отправились на любое мероприятие, на прогулку, в поездку, ваше платье выглядит безупречно, значит, вы чувствуете себя уверенно. Но еще один бонус в этом платье — это посадка по зоне рукава. У нас с вами здесь не вточной, а рукав реглан. Когда мы говорим про эффект коррекции, мы, как правило, говорим вот только про эти формы. А плечо, если у вас верхний тип фигуры, посмотрите, этот рукав срежет немножечко верхнюю зону, сделает плечико аккуратным и маленьким. Больше того, за счет рукава реглан у нас увеличивается с вами объем в проме. А это значит, если даже есть полнота в ручке, вам будет комфортно. Вам будет комфортно всегда и везде. Вы подчеркнете свою пышную грудь, вы подчеркнете свои пышные ручки. Нигде не будет пережимать, нигде не будет колоть. И знаете, такое платье для нас — это палочка-выручалочка.